28 декабря. Начало 7 утра. На улице еще темно и немноголюдно, но кто-то уже спешит на работу. А вот 37-летний Михаил уже на работе. Вышел на преступный промысел, поджидая одинокого прохожего. Точнее, прохожую. Преступления совершались рано утром, либо поздно ночью. Жертвами данного преступника, данного гражданина, становились женщины, у которых при себе были сумки. То есть при совершении преступлений он либо толкал жертву, и потом у нее вырывал сумку и скрывался с похищенным, либо наносил ей удары. Джентльмен удачи предпочитал представительниц слабого пола, чтобы точно не получить отпора. К тому же в сумках у дам больше потенциальных трофеев. У сотрудников полиции есть основания полагать, что три уже обратившиеся в полицию потерпевшие не единственные жертвы задержанного. Если у вас есть информация о его противоправной деятельности, вы пострадали от этого человека, обратитесь в органы внутренних дел лично или по телефону, который видите на экране. Ольга Орлова, Анатолий Чернов, Вести, дежурная часть, Саратов.